Здравствуйте, с вами Кристина, и сегодня я буду готовить для сайта вкусвит.ру салат «Мужские грезы». Для приготовления нам понадобится 250 грамм отварной говядины, 3 вареных яйца, 100 грамм лука, 150 грамм сыра, 4 столовые ложки майонеза, 40 миллилитров яблочного уксуса, 1 чайная ложка сахара и соль по вкусу. Лук нарезаем полукольцами. К уксусу добавляем сахар и лук. Оставляем лук в уксусе на 15 минут. Нарезаем говядину на мелкие кусочки. Сыр натираем на мелкой терке. Затем яйца. На тарелку выкладываем лук, смазываем майонезом. Затем говядину и майонез. Далее выкладываем яйца и снова смазываем майонезом. Затем посыпаем твердым сыром. Готовый салат подаем на стол. Обязательно попробуйте приготовить салат «Мужские грезы» по этому рецепту. Смотрите наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Приятного аппетита!